Александра Павловна Самойлова живет в советском районе уже 45 лет, но таких снежных гор не видела давно. С придомовой территории снег убрали, вот только вывести его забыли. Что будет с такой горкой, с приходом потепления, легко догадаться. Поэтому, как только администрация района запустила акцию «Снеговик», активная жительница сразу ею воспользовалась. Поместила сюда плакаты, которые предлагают подрядчикам выбор. Либо убери снег, либо хотя бы слепи из него снеговика. И правильно, что такую инициативу, значит, в жизни провели. Мы надеемся, что эти домоуправления, это СЖ, возьмут все это в свои руки и уберут всю грязь. Солнышко с каждым днем греет и греет, и скоро будут растаять эти кучки с грязью, и все потечет, вся грязь. Всего организаторы акции выпустили около 100 плакатов. Сейчас они находятся в распоряжении территориальных общественных самоуправлений. Любой житель советского района может оставить такое напоминание подрядчикам, если увидит где-то неубранный снег. Как обычно, идея пришла от народа, совершая очередной обход района, встретился с гражданами. Вот, они говорят: смотрите, у нас куча, что нам, говорит, снег? Снеговиков лепить, что ли? Давайте не вы будете лепить, а подрядчики, или кто отвечает за данную территорию. Вот. Они говорят: как внимание привлечь? Ну вот и родилась вот эта картинка. Вот. Угу. Подрядчики пускай видят. Новая акция сразу дала эффект. На контакт с активистами незамедлительно вышел управляющий ТСЖ. От камеры он предпочел скрыться. Жителям пообещал, что лепить снеговиков подрядчики не будут. А вот снег уберут как можно быстрее. Юлия Серебрякова, Екатерина Анисимова, Георгий Захаров. Столица Нижней.